Киноконцертный зал «Панорама» – это один из лучших кинотеатров города с огромным экраном и комфортным залом, оборудованным с использованием новейших технологий. Кинотеатр расположен в самом центре города, в бизнес-центре «Тверь», с собственной большой парковкой. Топовые новинки кинопроката, уютный бар-гостиная, великолепное место для отдыха всей семьей. О том, что посмотреть на выходных, рассказывает наш корреспондент Наталья Федорова. Для детей отличным фильмом будет «Пес-самурай. Город кошек. Возрастная категория 6+.» Хэнк – смелый пес, мечтающий стать самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьез. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их город с лица земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками великого воина. Только так у него появится шанс победить в эпической битве с могущественным врагом, вооруженным от усов до хвоста. Те, кто любит посмеяться, нужно прямиком идти на комедию «Не звезди», возрастная категория 16+. Джером всегда врет, да так, что и глазом не моргнет. Он врет постоянно и с особым размахом. Глядя прямо в глаза, он будет утверждать, что лично знаком с Мисс Мира, что он чемпион по карате и астронавт. Но однажды Джером просыпается в мире, где вся его ложь становится правдой, и все выдуманное начинает происходить с ним на самом деле. Для получения острых ощущений можно пойти на фильм «Открытое море. Монстр глубины. Возрастная категория 16+.» Ники и ее подруги отправляются на экзотический остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Но девушек начинает преследовать огромный морской монстр, и теперь им придется встретиться со своими страхами лицом к лицу. Ну а всей семьей лучше сходить на «Нахимовцев», возрастная категория 12+. История о братьях-близнецах и семи потомственных военных моряков. Их отец, бравый морской капитан, мечтает, чтобы сыновья закончили легендарное Нахимовское училище и продолжили семейную династию на флоте. Однако сами ребята совсем не думают о морской службе. Как и большинство современных подростков, они хотят лишь веселья и легких денег. Эти желания приводят героев в банду местного предводителя молодежи, выбраться из которой без поддержки родного училища им будет крайне сложно.